Накануне вся Якутия праздновала День родного языка и письменности, а также 125 лет со дня рождения Семена Новгородова, основоположника национальной письменности. Вместе с республикой этот день отметили и в Санкт-Петербурге. По сложившейся традиции, якутская делегация посетила Смоленское кладбище, где покоится выдающийся деятель науки Семен Андреевич Новгородов. Собравшиеся студенты и работники постпредства возложили цветы к мемориалу и почтили память ученого. Далее мероприятия продолжились в университете имени Герцена, где состоялся диктант и презентация книги Алексея Амбросьева «Сиен Мунду. Семен Новгородов. Путь первопроходца». Пусть эта дорога когда-то заложенная. Изучать родной язык, изучать науку, любить свою культуру. Со времен Семена Андреевича Новгородова будет жить среди нас всегда. Спасибо.